Получилось. Цепкость, цепкость. Зацепил. Получилось. Начинаю его комкать. Левый, правый, левый, правый. Но так как у нас есть уже комочек один, то я этот окутываю, оборачиваю. Он в конце такой ком получится. Но нам такого больше не надо. У нас будет много вот таких вот снежков. И мы потом будем играть. Не сегодня, когда успеем. На, вот это тебе докомкивать. Так берешь и двумя руками. Прям плотно. Давай, пробуй этот, потом вот этот. Старайся белой стороной потом, ладно? Сначала вот одной рукой вот этой комкой, одной рукой вот этой. Все, быстро записываем и дальше. Со всей силы. Изо всех сил. Изо всех сил. Здесь и здесь. Да. Да. И поехали. Нет, белой стороной. И все. И вот давай один сделай такой плотный, прям плотный комок. У тебя руки, конечно, как будет сделать. Жар. Жар появится. Этот жар начнет трение. Да, он плотнее все и будет. Одной рукой. Прям быстренько. Комкой, 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 комкой. Ты обалдеешь, как сила, да, у тебя в руках. Именно эта сила хвата. Испандеры видели такие резиновые кругляшочки, вот так зажимать можно? Они бывают тяжелые. Да. И покупай, там 100 рублей он стоит, или 2, они теряются постоянно. Это, прикиньте, бумажка. Можно старую газету, можно, вот бывают, рекламу бросают в этом в почтовый ящик, газеты в разные. Говорите там родителям, не выкидывайте. И берешь, прям начинаешь еще пам-пам-пам, мять руки такие, хват будет, да, сильный. И мозоли не будут натираться. Все очень быстро будет. Мама, не выкидывай. Мама, не выкидывай. Об испандер раз натирают? Ну, конечно, прикинь, резина зацепляется. Ну, если металлический. Разные испандеры есть, да. Есть, например, испандер, как плоскогубцы. Вот так вот, такая пружина. Да, да, такая пружина. Конечно, пальцем ты же когда делаешь, смотри, бумага по структуре же мягче, чем кожа. По идее, да. Да, а железо или деревяшка жестче, тверже, да? Именно плотность. Поэтому кожа об бумагу не сотрется. И пальцами, смотри, ты можешь пальцами аж вот аж каждую мельчайшую впадинку делать. Мишань, ты куда побежал? А я ножки положил. Ты все записал? Ну-ка, братишка, давай проверим. Сейчас вы что, вы там, но он-то еще пишет вместе с мамой, а вы уже все записали. Ну-ка, ну-ка. Жамки, жамки, жамки. Сейчас тоже пожамкаешь, сейчас получится. Ну, ты покажи мне запись свою, дружок. Ну, я там написала, разминка. А ты это дожал? Ну-ка, брось мне кругляшок сюда. Смотри как. Вот эти записала, надо. Разминка. Прям, да, давай, следи. Прям надо сделать так, чтобы он уплотнился. Давай, и тот тоже собирай так его пальчиками. И потом вот этого тебе бумагу уплотнить. Прям, знаешь как, дай себе на секундочку. Сейчас, чтобы она вот это вот, еще я скотч принес, чтобы потом скотчем еще мотнуть. Сейчас мы так вот чуть-чуть. Что у нас там? 230 тысяч, да? 18-й год. Счет на оплату. Ну, это фильм у нас по вентиляционному оборудованию. Профвент оборудование. У нас ребята устанавливают, просчитывают все с заводов, заказы забирают. Старая бумага, видите, ничего не выкидывает, старый документ. Срок годности документа уже истек, то есть смысл его хранить долго. Год похоронили, там, ну, где-то 5 лет хранят документацию. Нет, где-то бывает 25 лет хранят, но нам столько не надо. И вот так, смотри, взял. Миша, ну покажи записи свои. Братулек, вот видишь, такой вот снежок получился. Давай, держи. Да. Миша, дописываешь? Ну давай, дописывайте, молодцы. Вы, если что, у Ноны спросите. Она, девочки всегда внимательнее относятся. Она вам подскажет. Я же еще принесу. Мы сейчас как раз сделаем. Это цепкость. Ты можешь, например, в школу, на улице так и мяч. Потеряешь кусок бумаги, да фиг с ним. Но у тебя в руках всегда будет испандер. Ты можешь пальцы крутить. Это очень намного, ну, пару дней поприкалываешься, поиграешь вот этой штукой, не именно с этой. Знаешь, кто-то называет это артефакт из парней. Бывает так, о, Серега, ну-ка, артефакт мне помогает, потерял. Я говорю, что там, делов, купите лист А4 или там газета, ну, нашлась, и все, вот жамкать ее. Так можно на ловкость, ты можешь заниматься перебрасыванием. Может, бам-бам-бам, отсюда бросил, поймал. Можно, например, опять, если кого-то интересует самооборона, самозащита, рукопашный бой, можно придумать занятие, которое здесь поможет, например, резкости, скорости ударов, лучшему интуитивному восприятию. Мячик перед собой, будь здоров. Например, шарик перед собой бросаешь одной рукой, дай ему, посмотри, пожалуйста, а вот так другой бросаешь. Так бросил, да. Оп, как удар, да. Да. Бам, а можно бы я подбросил, тут двоечку, и этой же рукой схватил.
повыше подбрасывай. Он в первую дорожку его типа дальше. Ты в него не бей. Ты бросил вверх, левой рукой бросил, правой пам, и сразу этой поймал. Вот брось передо мной вверх. Ай, не успел три сделать, да? Так, готовы? Да. Записали, ручку на место клади. Подойдешь к Даниле, спросишь, что он делал, он тебе объяснит. Ладно, держи. Миш, иди сюда. Не просто скамкать. Подойди к Даниле, спроси, что надо делать. Когда схватил уже, ты его скамкаешь. Нет, не все, а вот так вот. Пальчиками, как паучок, пальчиками прям. А Данил, возьми листочек у них один и покажи, как ты это делаешь еще. О, они тут сцепят. А давай я расцепим. Давайте расцепим. Железочку мне давайте, сколько железа, я ее выкину. Вот, ты сейчас тебе, Данила, покажешь, надо прям прожамкать. Да, 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 бам-бам-бам-бам. А потом белой стороной наружу, и обматываешь, сейчас он я тебе принесу, и обматываешь вот этот шарик. Вот так, как у Данила надо сделать. Расправляй бумажечку. И белой стороной наружу, да, и вы делаете такой снежок. Двумя руками начинаете лепить. Сейчас вам я тебе принесу. Мы готовим сейчас вот эти вот снежки, условно, да, шарики. Для того, чтобы нам было игры для ловкости. Сейчас, секунду. Прям жампите со всей силы. Изо всех сил прям пытаетесь продавить. Есть такая сказка, но она смешная, про то, как храбрый партнершка обманул великана, злодея. Он сказал, что из камня может воду выдавить, а на самом деле он взял сыр и надавил на сыр, и из сыра вода потекла, а он великана обманул. Великан большой был, издалека не видел. Он сказал, видишь, какой я сильный, я из камня воду выдавил. А еще, говорит, семерых одним ударом, ну он семь мух одним ударом убил, но все думали, что он бандитов убил, семерых победил. Вот смотри, вот тебе... Мухи это бандиты. Мухи это да, вот так надо тебе взять ручками, зацепить. О, прожамкать. Потом белой стороной вот так вот ложишь, заворачиваешь и начинаешь делать такой снежок. Прям со всей силы, дави так, чтобы, да, дави. Вам надо сделать сейчас крепкий, только, Миш, знаете как, вот, например, подавил, потом подавил, Данила передал Ноне, Нона Диме, Дима Мише, а Миша Даниле. И вы проверяете на кто как жестко сделал, надо жестче мешать, то есть вы каждый из вас силу вкладываете, да. Вот эту бумажечку тоже можно, что, это вот Даниле, да, можно никому? Потому что он парень сильный у нас, у тебя уже несколько. И вам надо сделать вот два таких круглиша. Ой, фу ты, отставить. Два. Каждый у вас будет по такому куличу, круглишу. Прям сильнее. Вот умница, хорошо. Еще со всей силы. Все, если сделали, передавайте друг другу. Еще один кружок. Прям можно перебросить. Оп, давайте. Стой, ручку взяли, приготовились. Погоди, стой, бумажки пока не это. Погоди. Ручку приготовились. Чуть-чуть друг от друга подальше отсели. И на счет... Раз, два, три. Не, ну это очень далеко. Перебрасывайте друг другу правой рукой вправо. Да? Сами, кто командовать будет? Давай первая Нона командует. Значит, раз, два, три. Одновременно перебрасывайте друг другу. Потом 30 секунд давите, перебрасываете. Потом Дима командует. Потом 30 секунд давите, командует Миша. Потом 30 секунд давите, перебрасываете, командует Данила. И потом берете новый листок. Поехали. На это у нас уйдет всего сколько минут? 4 раза по 30 секунд. 4 раза по 30 секунд. Ну, 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30. 120 сколько минут? 120 секунд. Сколько минут?
Молодцы. На это уйдет всего лишь 2 минуты. Понеслась. Командуй номер. Ну, бросайте вправо. Одновременно надо бросить прямо. Одновременно. Оп, оп, оп. Молодцы. Все, жамками двумя руками. Быстро. 30 секунд со всей скорости. Прям быстро, 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 быстро. Да. А чтобы вода заплакала, да, чтобы из нее, вот что там, сыр потек. Это немножко такой отдых для тела и немножко отдых для ума. Потому что бывает, все время делаем. Если вы еще когда делаете, сможете сейчас еще отсчитать секунды. У меня друг есть, он не мастер спорта по бегу, Данила Кононов. Играет в шахматы, математик, бегун, мастер спорта по бегу. У него батя чемпион мира или чемпион Европы по бегу. Бегает на расстоянии 50 километров, все, марафонец. Марафонец. И он умеет такие цифры пересчитывать, вообще нереальные. А еще, он, например, какое-то дело делает, но он может отсчитать секунды, сколько сначала делает. Ну, например, вот мы сидим, я говорю, вот по 30, и он бы сейчас бы сказал, все, смена, потому что он бы уже внутри бы, на внутренних природных часах, он бы уже отсчитал. Миша, не залипай. Уже 30. Уже прошло, Дим, командуй. Переброс, ты бросаешь. Тихо, 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 чего вот так? Выходит, надо, знаете как? Вы в цирке видели, как выступают атлеты, циркачи? Ни разу не видели? Есть такая команда. Але, оп! И они делают. Але – это подготовка. Оп – это значит действие. Поэтому ты, например, или по-нашему можно, да? И раз. И – это подготовка, все во внимании. Раз – это значит делаем бросок. Еще раз перебрасываем. Михаил, давай команду красивую. И раз. Все вместе? Да, 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 да. Только надо бросать вверх. Последние 30 секунд, Данил, готовься. Быстрее, быстрее, быстрее жамкаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Сделали? Ах ты, не прокатывай, нет, просто прожамкать. Не разматывай его, это мой. Это мой, ты запомнили? А мы сейчас сделаем так, что никто не запомнит, где мой, где не мой. Сейчас я замотаю так, чтобы никому не видно было. Данюш, команда вообще. Это чей? Ну, это по идее твой. Они же покруг. Сейчас, смотрите, да. Вот сейчас мы сделаем так, чтобы они чуть-чуть не разэтывались. Мы же потом такие эти, может быть, через несколько месяцев такие заходим, знаешь, из бумаги снеговики такие сделаем здорово катать, как с человека ростом, да? Может быть и так сделаем, если нам Артем Станиславович разрешит. Или если бумаги. Ну, бумаги хватит. Каждый день ящики почтовые забрасывают из разных магазинов объявления, из разных там каких-то организаций ненужных вообще. Вот. Смотри, покруче сейчас будет. Вот. У Мишаньки поплотнее, да, молодец. Мишаньки так накручивает здесь. Давайте, давайте, давайте. Тренировку бумагу возьмем. Зачем? Бумаги так есть. Так в понедельник не будет занятия, день России же. Будет. У нас и на Новый год занятия. Это зависимости сами вы по желанию, если у вас получается. Ну, потому что однозначно у нас выступление будет. Либо буду я, либо кто-то здесь 100% будет. Так. Это вам дома, это домашнее задание, чтобы не выкидывать старые бумажки какие-то. Но набросай. А поэтому вы пойдете куда-то все праздновать? А, площадь, может, пойдете, да? Не знаю. Сейчас сколько времени? Мы можем в понедельник как раз все соберутся, надеюсь, и провести в честь праздника День России. Можем провести небольшое соревнование с хорошими, сейчас, конечно, подсказку я сделаю, с хорошими вкусными подарками. Но вкусно они для того, кто шоколад кушает. Потому что я вот шоколад люблю, я обычно шоколад всякий подарки покупаю. Ну, я обожаю. Ну, кто-то, Нона, давайте, слепляйте. Данил. Но кто-то, например, предпочитает грамоты. О, Данил самый такой, самый жесткий. Ну, понятно. Шай, Данилка, да. Так, кто готов на турникиные элементы? Идет на турникиные элементы. И что, Данила, зови с собой. Задача, кто готов, я вам сейчас покажу жонглирование. Это чтобы дома вам было чем заняться, да. Турники можно идти, да? Да, все, выполняй аккуратно. Ты можешь позвать Данилу и поделиться с ним опытом выполнения на 180 градусов такой. Ты раскроешь себе талант подсказочника. Данила, возможно, раскроет талант слушателя. В очередной раз. Смотрите. На турнике поешь? Ну, можно. С
Смотри, что надо. Сейчас. А, все что ли? Вот Данил уже готов, нет? Да. Нет, смертник? Подсказывание, но еще со школы. Вот это надо делать. Еще со школы? Но у нас пока что? Но у нас пока сколько шариков? У нас пока несколько. Как же быть? Как поделиться, да? Еще делать, ё-моё, это же надо долго делать. У каждого из шарик порезать пополам. Знаете, смотрите, как интересно получится. У каждого из шарик. Ну просто бросать не очень интересно. Надо кому-то либо дать, чтобы два было шарика. Поэтому может... Вот, пожалуйста, Миша пошел на элементы. Че, Диман, с сестренкой поделишься, чтобы она... Давайте, изучайте, я сейчас еще вам придумаю что-нибудь такое. Да. Давай, начинай, только, Миш, аккуратнее. Понял? Вместе еще я иду. Дима, у тебя, смотри, тогда задача. Хочешь, я его еще больше сделаю? Погоди, чтобы его сделать больше, надо сейчас... Бумагу. Секундочку. Мы сейчас не это сделаем больше, а мы сейчас сделаем больше другие. Вот я еще два шарика. Кто-то пока, если хочет, можете бросать. Просто скотч чуть-чуть осталось, да, чтобы не расстраивать. А так, конечно, смотри, либо еще сделать несколько штук. Вот смятая бумажка, он уже может взять. Да. То есть, если вы быстро сделаете еще, например, вот будет. На, держи. Делай, вон бумага, все делайте. Только чем плотнее будет, да, тем круче, чтобы он прям таким. Ну да, вот смотри, какой, да, круглый, прикольный. Вот типа такой, или вот такой. Но вот он, видишь, он не очень красивый получился, я его не очень замотал. А если его замотать, в один слой так и в один так. Все, быстренько делаем. Что, ну, показать тебе, как это происходит? Давай. Сначала можно просто побросать правый, левый. Повыше, повыше. Потом, например, по очереди, а потом уже, ну я могу и тремя, или четырьмя, вот будут, когда и так сделаем, лови, оп, умница, все, иду, Мишань, ты красавчик, ты все умеешь, такой умеешь, переворот умеешь, зачем ты смертник этот нужен, названия страшные такие, а? Смертники, гробики. С вами попробую сначала тут, потом... Иду, сейчас иду, погоди. Я там батарейку на камеру поменяю, а видео поменяю. И не надо никакие мячики покупать, да, тратиться. Бумажек тут налепил. Че? И так, ну, лучше какой-нибудь подарок родителям купить, чем какие-то мячики покупать или эспандеры. Это я, знаете о чем? Что фактически все можно сделать своими руками, самостоятельно. Конечно, если у вас будет команда друзей, которые разные специалисты в разных областях, которые помогут сделать, вот как, например, мы здесь зал делали, да, это же не я один или не кто-то один может сделать, все с командой происходит. Поэтому старайтесь научиться находить общий язык со всеми. Сила слова сильнее кулаков. Это помогает очень осознанию, помогает миролюбию, да, Мишань? Договариваться, надо уметь договариваться. Давай, пойдем. Да. Здесь хочешь? Там только палка его стоит. Давай. Блин, ты улетишь, мне кажется, не сюда. Давай, потихоньку. Сделай потихоньку это дело. Потихоньку. Бам. Переваливаешься, да? Давай вот здесь лучше, да, мусорный сразу. Это знаешь, как можно? Ну, это как бы смерть, название похоже. Зачем такое название? Можно наговорить, например, по-простому. Это сосок с пыли. Да, конечно, только аккуратнее. Это сосок с перекладины. Из положения стульчика, да? Давай, за... Оп, лес. Что, боишься? Я тебя страхую. Что-то высоко, да? Я тебя страхую. Да и маточка не поставим? Потом? А если ты переборешь, что это страх? Давай, знаешь, Миша, красненький мат уберем в сторону. Сейчас мы это положим. Сразу, пожалуйста, убери. Ты хотел палкой покрутить? Это я у Димана спрашиваю. Вот, и теперь красненький.
А, ты достал, что ли, из-под... А я думал, ты крутить собрался. Все. Данил, тоже, если там по делу, по делу, можешь элементик поделать. Вот пока вот мешанка попросит. Допрыгивай, что ты там? Ну, если сделаешь шарики для жонглирования, ты будешь очень молодец. И так все молодцы, конечно. Но это молодец, молодец. А еще ими можно кидаться и уворачиваться. Ну, я тоже об этом подумал. Да, один закрывает глаза, он не видит, а другой бросает. И другой, который глаза закрыл, фу-фу, уворачивается. Давай. Тебе когда скажи? Два часа. Давай, еще разок. Это ты делаешь соскок с переворотом и с положением перегладывания сверху, как на стульчике, да, сидишь? Соскок со стульчика. Название страшное. И как элемент назвать какой-нибудь там людоед. Ну, ужас какой-то. Вот есть смешное название. Гитлеровский. Зачем? Гитлеровский. Это плохой бензин. Все всякое. Надо? А как это назвать по-понятному на русском языке? Соскок с переворотом. Да. И команда.